Так, давайте смотреть. Войны вроде у нас ни с кем нету. Я с Римом повоевал за вот эту территорию где-то здесь, да? Но мы заключили перемирие. Но нам точно придется воевать еще вот за это место. Да и вообще, наверное, Рим должен быть разрушен. Раз мы Карфаген. Да, звуки игры есть. Гамилькар мудрый у нас правитель. Так, Ганнибал. Гамилькар. Магон у нас этот усыновленный. Что-то я не понял. Смотрите, папа, мама, сын. Принц Магон точно уверен, что герцог Ютпан от его? Что это за... Или извозюкался где-то? Блин. Так. Хочу посмотреть... У нас города... Посмотреть сеть. Ну вот, Сулки... Сулки надо еще дорогу будет провести. И в Сабрату. Ага. Будем улучшать или нет юниты? Так, это, наверное, пускай тут стоит. Может, тут нигде там восставших нету, ничего. Надзиратель. Ты из города. Не, лучше мастер счета. Будем брать. У нас вот еще тут барак есть. И что, нам некого туда поставить, да? Остальные стреляющие. Ну, давайте лучше тогда мечника улучшу до топорщика. Потрачу муштру на это. Тут стоит. Гарнизон или домики лучше строить? Ладно, домики. Чем раньше домики построишь, тем раньше они будут приносить. Они же вырастают, будут приносить пользу. Кто-то говорил, что тут еще один город Рима. Как видите, ничего подобного. Здесь у нас... А, не, вот, может быть. Точно, вот второй город Рима все-таки. Ну, надо с хеттами как-то кооперироваться. Я не против, чтобы хетты, например, этот город захватили. А как у них отношения с Римом? Минус 41. Ну, не то чтобы плохое. Но Риму здесь не место, очевидно. Вот это надо будет все-таки захватывать. Так, я думаю, тут надо возвращаться сюда и туда проходить, еще смотреть, что там. Так, в городах архив построили второй. Каралис. Это Кальяри, как мне писали.
тут политики у нас специалисты дешевле. Надо спецов делать. Может, военного в данном случае сделаем. Уже везде мрамор добываем. Давайте офицера. Так, Гадрумет, это у нас всадники. Так, ну тут точно пастуха надо. И в сулках. Это ремесленники, да, рудник и лесопилка. Жемчуг там добываем. Ну, этот пастух не дает. Еды у нас до хрена, мне кажется. Если уж делать специалиста, то, наверное... Или сделать здесь. На фермера, ладно. Фермера сделаем. Так, ухудшилось здоровье олигарха и наследник еще одного сына. Так, давайте проверим, он какого цвета. Колесо со спицами открыли, это верховный советник и колесница. Ну, давайте вот. Как вот написано, бесплатная колесница, на самом деле она не бесплатная, мы на нее науку тратим. Так, следующую амбицию. А, нет, это не амбиция. Придворные весь день сплетничают о странных повозках, заполнивших наши улицы. Оказалось, это благодарность от царицы Массануцы ученой из Хетского царства за помощь Хетскому царству в час нужды. Караван привез рабочих, которым приказано построить все, что нам необходимо. Фермы. Получаем рабочего. Рудники, тоже получаем рабочего, каменоломни тоже получаем рабочего. И оставить... Ну, я бы каменоломню в Утике. Так, а где это? Блин, а в Утике как бы каменоломня на самом деле нахрен нужна. Наверное, так все-таки рудник. Блин. Первый страшник падает наземь, не успев издать ни звука. Остальные валятся по очереди, пока убийцы продвигаются вглубь по коридору. Без оружия вам нет смысла сражаться с ними, остается только убегать, бросив стражников на произвол судьбы. Позже начальник стражи приносит донесение о свидетельствах, что убийц мог подослать Гиска из Карфагена, хотя твердых доказательств этому нет. Из-за этого инцидента встает вопрос, как защититься от подобных атак в будущем. Нифига себе. Тварына. Так, амбицию контролировать 4 агентурных сети. Или добавить 4 придворных. Ну давайте, а далеко у нас? Нам, чтобы 4 агентурных сети контролировать, надо еще этого мастера-шпиона открыть. Вот он, да? Сколько лет нашему? Я думаю, что мы сможем. Так что давайте 4 агентурные сети. Блин, с другой стороны... Да нет, должны успеть. У нас 2 шпиона. Каждый будет создавать по одной сети. Нормально. А, у нас уже слон максимум прокачан, ему в бараке нету. Ну, нам больше некуда сюда поставить все равно. Элиточка.
Вот где рудник появился. Блин, что-то 9 приказов прям остается еще. Так, это у нас верховный советник. Га, принц Магон муштры дает. Ну, наверное, его надо поставить верховным советником. Кай прокачивается пока. Потом он, когда станет царем, придется нового нанимать. Но я думаю, это не скоро будет. А так прокачиваться будет. Так, он может улучшать отношения с семьями. С кем-нибудь надо? Вот давай с этими... С деданианами. Уже 2 приказа стоит. Ну, тут, наверное, ничего не буду уже, ладно. 5 приказов. Остается. Ну, вон же жена у нас. Она же тут показана. Если есть жена, то вот она. Просто думаю, это бы еще приказы потратить. Везде у нас губеры, везде. Это все вроде. Так, что-то все как-то у меня болеют. У всех серьезно ухудшилось. О, хотя с другой стороны один вылечился. Ладно, это просто стоит пускай здесь. Так, давайте тут как-то дорогу проводить. Вот так проведу, должна собрата будет соединена быть тогда. Так, вот сюда можно губера. Акербанта ученого. Ну да, вроде ничего такой. Нет, тут у меня будут потом стрельбища. Может, какое чудо уже попробовать? У нас 900 камня, значит, у нас... Так, великий зиккурат мы не можем, потому что религия нужна. Так, вот царская библиотека. А, да, соединенные зарубежные... Да, как бы странное нам. Надо вот царить на Акрополь, Колос и Мусион. Ну и Катон. Или... Не, Катон, наверное, правильно. Катон для Карфагена. Круто было бы, но... У меня не развиты... Хотя мы можем как-то эту клетку купить. А что он вообще делает? Новые корабли с одним уровнем? Блин, так нафиг надо. Эти вот Акрополь. Все города. Во, слушайте, я Акрополь точно хочу. 1200 камня. Вполне, только холм нужен. У меня вообще холм есть-то в столице?
Блин, прикол. Может, какие-то эти клетки купить? Блин, реально нужно вот тут акрополь построить. Наместник собратый бдительным становится. Олигарх, наместник Каральса погиб на службе. Наместница Карфагена, сколько им лет было? 57-51. Это в иудаизм перешли. Греция Джебель-Баркал достроила. Так. Встретили странников египетских. Говорите с ними без опаски. Давайте оставьте их, нам и так хватает врагов. Так, теперь нам главу шпионов надо открывать. Для выполнения амбиции. Огорченные тем, что вы пропустили их в очереди престола наследия, Шамше, травница и герцог Адгербал из Карфагена, по слухам, замышляют вас убить. Разумеется, слухи не всегда правдивы, но... Блин. За что меня убивать? Блин, плюс 3 несчастья, 2 несчастья. Давайте лучше Кадмуша воина поставим. О, здесь плюс счастье. Хотя 46 вполне может... Вполне может недолго проправить, но все равно надо ставить ее. Так, уберем... Здесь слоника пока. И вот эта колясочка, которую мы получили, здесь будет прокачиваться. Всех ли я проапгрейдил? Так, ну прачников нам некуда пока апгрейдить. У нас лучники не открыты. О. Садница Амазонка. Так, все, всех остальных вроде проапгрейдил. Тут нам еще дорогу в Сулки надо будет сделать. Не хочу святилище делать. Что-то у меня мало, что в городах можно строить. Как-то так все. Вот, ну ладно, давайте тут рудник. Как раз железо меньше всего накапливается. А она вторая по стоимости после камня. Ой, грамущий он предлагает здесь. А он что дает? Все города
А, во-первых, плюс 50%. Слушай, а давайте построим. 400 дерева надо. Это у нас хватает денег купить. Поехали. Все-таки чудо. Ну и этот накопим, я думаю, еще и на Акрополь. Мы просто пока негде его строить нам. О, тут Рим с кем-то воюют даже. Рим объявляет о состоянии войны с нами. И улучшили отношения с дедонианами. Рим убирает нам войну, спеша... Они разъясняют, что нападение римлян — ответ на наше объявление войны. То есть они, типа, помнят, что мы им объявляли войну, поэтому он нам объявляет войну. Так, получить топорщика, получить... Нет, топорщика давайте, у нас прачников дофига. Граждане Карфагена сообщают о тайных собраниях последователей олигарха Маттана Сурового, на которых он ведет крамольные речи против нашего правления. Так, ну у нас, к сожалению, не вдохновляющий, не очаровательный, не благословенный, не судья. Мы можем только арестовать его по обвинению в госизмене. А он у нас, да, глава Баркидов. О, сын стал главой Баркидов сразу плюс 330. Ну, слушайте, это вообще в тему получилось. Это у нас все юниты... этой семьи, она у нас как раз военная семья, будет плюс 10% к силе иметь. Так, ну что тут? Рим. Ну что здесь у меня какая-то армия есть. Будем отбиваться, а вот тут мы отсюда подходим. Блин, мы его не убиваем, что ли? Видимо, так. О, крит прошел, зашибись. А, так, стоим пока тут. Или даже может апнуть колесницу. Получены повреждения, точность. Ну, всадников там вроде нету у Рима. Давайте суровый будет у нас, Эдуард Суровый. Так, тут, наверное, постоим. Даже тоже можем апнуть. О, какой-то мечник. И три приказа. Кого-то подвести еще надо. Давайте вот эту. Так. И так. А что начать играть? Ну, наверное, все-таки в Циву. Если начинать прям... Если ты не играл в... глобальные пошаговые стратегии, ты, наверное, все-таки с Цивы начинай. Причем, наверное, с пятой. Шестая посложнее имху. Так.
Так, все, вроде ходить нечем. Сейчас будем смотреть, что нам Рим кого подводить будет и где. О, царь Рима, который нам объявил войну, мертв. Но я думаю, что он буквально недавно новый появился. Способный, блин. Тупой, неотважный, только харизматичный. А этот что? Ну, кстати, этот получше. Получше. Так, ребята, отойду. Так, Ютпана. Блин, я хотел посмотреть на... Опять, смотрите, перемирие. Давайте, наверное, я сейчас не буду принимать перемирие. Пошел нафиг. В прошлый раз тоже новый царь пришел. Перемирие, вот сразу напал. В самой большой тюрьме Карфагена разгорается бунт. Прежде чем начальнику тюрьмы удается восстановить порядок, мятеж уносит жизни заключенных и четверых надзирателей. Среди убитых и Маттан Суровый, отбывавший пожизненное заключение. Не, давайте у нас, видите, у нас плюс 326, так что зато дотошным станем. Блин, убили царя. Поздняя ночь, уже засыпая, вы краем глаза замечаете два темных силуэта. Трон должен был достаться нам. Раздается каменный голос. Сюда силуэты подходят ближе. Да. Ну, за 20 ходов, может быть, и не успеем, кстати, агентурную сеть. Так, этот чувак у нас кто? Фанатик. Новый царь-фанатик. В качестве генерала, будучи лидером, мнение за религию, может совершать ускорение за муштру. Вот это прикольно. Ускорение за муштру. У нас муштры дофига. Так, это, кстати, наследник. Давайте его на философию. Так, мех появился. Советника нового надо назначить. Хотя вот лучше, конечно, вот это... Хотя, блин, ладно, давайте Новоэла-младшего. Все-таки рост каждому городу. На вашу коронацию съезжаются делегации со всех территорий Карфагена. Подданные привезли вам множество даров из своих деревень, однако гости готовы принести дары, только если они будут на благое дело. 230 социальных политик. Ну, армия вроде у нас нормально. Давайте вот это, политики и камень на Акрополь будем собирать. Так, я хотел, кстати, посмотреть на второго ребенка. Да, этот не такой черный. Ну и Рим как-то тут особо не подходит к нашим границам. Будем собирать тут армию и пойдем на Банонию. Так, город собрата соединена. Видите, появилась... Наверное, поэта сделаем. Видите, нам 5 ходов еще только открыть мастера-шпиона. Тогда мы сможем агентуру. То есть нам 5 ходов, 15. Агентурная сеть. Ну, вообще, наверное, успеем. Успеем. Главное, чтобы нам скаутов не... А, подождите-ка. Так у нас теперь скауты видны. Опа, надо походить им. А куда нам... Где лес? Вон лес.
Сюда надо... Вырубил, блин. Вот, все, спрятали скаут. Иначе сейчас бы убил Рим. Ну, а тут не страшно. Здесь он у Хета входит. Вообще, я не буду даже им ходить. Вообще, пишет, я хоть сильнее Рима, да, ведь он слабее меня, у меня армии больше. Все, всех подвели. Я думаю, вот этой армии хватит, чтобы Банонию и вот этот город захватить. У Карфагена мятежники. Там у нас есть армия. Принц Ютпан и его друзья нежеланны на видных светских городских приемах, поэтому они проводят деньки на ближайшем рынке в компании эрудированного сапожника. Ну давайте в школе всему не научат, посмотрим, какую он получит характеристику. Отправить людей на поиски очагов возгорания. Сделать из ее тела пример всем остальным. Требуется царь Магон II, злодей. В ужасе. Давайте сделаем, пускай в ужасе будут. Это мы убили генерала римского. Так, вот тут у нас восставшие. Через реку, что ли? Так... Мало урона. Так, остальными тут подходим. Тут где-то был мечник. Свалил, да? Да возьмем, я думаю. Так, в Карфагене второй архив. Ну, поехали, форум. И архив сделаем еще. Римская сволочь убила топорщика. Праведный. Это хорошо. Плюс одно счастье для всех городов будет, когда он станет лидером. Пора уже принимать какую-нибудь религию, иудаизм распространяется. В недавнем лесном пожаре пострадало несколько домов, стоявших за стенами сулок. Есть сведения о погибших. Девочка по имени Ашданат Умная потеряла всю свою семью. Сейчас она в приюте, куда ее определили местные власти. Судя по всему... Нифига себе, девочка, 19 лет. Судя по всему, девочка показала невероятную стойкость. Мы решили, что вас это может заинтересовать. Так, ну, поселим при дворе.
Не удочерять нафиг надо. Велика вероятность, что война с Римом станет вашим единственным наследием. Вы завоевали славу великого полководца, но неужели на этом ваши стремления кончаются? Заслушивая доклад об очередном сражении, вы неволей задумываетесь идти дорогой войны до конца или же найти другое предназначение. Так, это мы амбицию выбираем. Закон священной войны... Ну, заключить мир с тремя племенами или нациями не получится у нас, а вот священная война, насколько далеко... Боевой кодекс. О, далеко. Нет. Ничего не принимаем из этого. Так. Суровый. Все юниты плюс 5% к силе, если получены повреждения. Красноречивый. Или проворный. Ладно, давайте суровый. Мы ж в войне все-таки. Чуть не добили, жалко. А, я пройти сюда не могу. Плохо. Блин, нам надо так проатаковать, чтобы потом добить коляской. Хорошо, если я вот так сделаю ему. Оба. Он сюда отошел. Теперь мы сюда заходим. Оба. И теперь колясочкой добиваем, чтобы у нас штурм получился. Есть. Так. Жалко, этого не убили. Наместник Картхало младший приходит во дворец, не умолкая о письменах, которые тот получил от странников с востока. Это собрание религиозных текстов, называемое Священное Писание, учение о иудейском боге, записанное богословами разных времен. Заинтересовавшись, вы решаете сами немного почитать. Да, получаем последователя, давайте. Будем иудаизм распространять по Карфагену. Тут как раз, смотрите, что сделаем, купим... Приказы. Распространим иудаизм. И в Каралисе. А, для того, чтобы... Нам нужна, чтобы религия была... Государственная, да? Чтобы распространять... Чтобы строить миссионеров. Ну, короче, надо принимать иудаизм, мне кажется.
И что-то игра тормозить стала. Как бы еще хетов позвать напасть на Рим. Да, выдадим им деньги. 1100. Захватив часть Банонии, наши воины обнаружили тюрьмы, забитые чужеземными пленниками. После освобождения многие из этих пленников предложили пополнить наши ряды в бою. Позволить этим пленникам вступить в ряды нашей армии или лучше предоставить им убежище в собрате? Давайте, наверное, топорщика Палу. Видите, он прямо здесь появляется. Следующим ходом Банония падет. Мы уже стоим в городе, нету смысла подводить. Если мы можем устрой же ускорять сейчас все. Надо бы пользоваться, наверное. Блин, вот в Карфагене можно форум. А, блин. Нет, стоп, подожди. У нас лидер фанатик. Город с семьей яростных. Типа у нас слишком... плохие отношения с этой семьей. Ого, минус 200. Ну да. Так, давайте улучшать с ними отношения. Можно принудить к покорности. Прикол. Так. Отправить дары семье Магонидам. 400 монет. Жест доброй воли, да. Банония оставлена как жест доброй воли. Четыре приказа, тут надо выбрать, что нам важнее строить. Ну, кстати, домик. Я думаю, домик вот сюда давайте. Сюда перейду, чтобы клетки купить с холмом для Акрополя. Я, возможно, даже начну его строить. Так,
совершает одну ошибку за другой. Многие начали сомневаться в ее разумности. Открыли мастера шпиона. Ну, наверное, монашество надо открывать у нас. Иудаизм уже распространяется. Принц Ютпан демонстрирует невероятные способности к математике и геометрии, на лету схватывая основы. Во время визита во дворец Ютпан просит подсказать, как лучше всего применить эти познания. Напоминаю, он у нас наследник-конструктор. Мне кажется, нафиг надо. Плотник. Новые юниты. Корабль, осадное орудие. Давайте, пускай будет всесторонним, просто плюс мудрость. Командир одного из отрядов получил множество докладов о разбойниках. Да, надо выследить и убить. Во дворце уже который день не утихают разгоряченные споры, доходящие чуть ли не до драки. Олигарх Ясмин-младший заявляет, что наместник Кадмуш-воин погряз в прошлом и своими тактическими решениями тянет на дно всю армию. Если ничего не поменяется, Ясмин грозится поднять солдат на протест. Решать проблему в конечном счете предстоит вам. Желаете встать на сторону Ясмин или поддержите Кадмуша? Минус 20, а Кадмуш плюс 40. Ну, давайте поддержим. А, наместник покидает двор. Атака начинает строить козни. Не знаю, что пошла ты в жопу. Посмотрим, какие ты козни будешь строить. Так, вот тут у нас чувачок. Нападает. Пускай хочет рабочего бить, пускай бьет. Так, теперь Банонию забираем. Сколько ходов? Три хода будет. Ну, мы тут постоим. Три хода. Вылечимся, когда город захватится. И пойдем дальше вот на этот. Лес пробкового дуба. Опять тормозит все. Опять 10 FPS. Начинает лагать от автоматического перехода между юнитами. Ну, кстати, может генералов добавить, чтобы не просто стояли здесь. Давайте, у нас тут несколько молодых генералов. Ими нет, царя мы не будем, наверное. Хотя... Давайте генерала тоже. Царя в генералы. Не, бывало, бывало. Уже начинало тормозить в определенный момент. Ладно, давайте офицера. Но в любом случае, я сейчас заканчиваю серию для тех, кто в записи смотрит. Стрим я сейчас продолжу. А серия на этом моменте заканчивается. Не забудьте комментарии оставить, лайк, прочее, прочее, прочее. Как раз на моменте захвата Банонии.
Камы лидеры по очкам, но мы еще половину не встретили даже соперников